18-й день пути, начинается 181-я серия, старт от поселка Улу, движение в сторону Якутска, трасса А-360, Лена. Слева по ходу движения Аям и река Лена. Будет пройден путь 55 километров. Поехали потихоньку. В 50-м году родился Алексей Егорович Николаев, заслуженный экономист Российской Федерации Республики Сахалин. Заправиться. Такие события происходили 6 сентября. Передача использована материалов всемирной сети интернет и из книги Александра Калашникова «Якутия. Хроника факта события». Удачного вам дня. Сейчас посмотрим, сколько мне бензина. Свободное место в баке 15 литров. Температура минус 1. Подтверждает. Ладно, стартуем. Напугали вчера, что тут будет участок 30 километров, самый тяжелый, самый плохой. На всем участке 30 километров, ну не знаю, посмотрим. Смотрим. Туман утренний.
свою постановку, а не сами думаете. Это не Амти, но тебе не солнце. Амти. Справа впереди. Ясное, что напрягает о том, что, возможно, солнце будет в лицо. Ну ладно, будет день, будет пища. Привали этот интернет, это такой отстой. Я увидел перед тем, как этот, остановиться на привал, ну что я поеду, еще 100 километров, неизвестно какая дорога, сколько времени буду в пути. Какой там будет интернет, ну чтобы хоть немножко войти. Так, сейчас. Согрею салон немного. Думаю, здесь интернет показывает мегафон 100%, сигнал, сила сигнала. И что в итоге? В итоге при... Хотел включить этот, посмотреть, почитать новости, что такое. Реально показал 25% сигнал мощности и формат Е. Такая история. Теле 2 тоже сигнал был, тоже показывал силу сигнала 100%. Но это, наверное, только для телефона. А интернет, сколько я не ждал вчера, так и не смог этот
ни через Теле2 подключиться, ни Мегафон. Скучно ночью. Ну как ночью? Я часов, наверное, в 8 уже было темно. Перебросил все видео на внешний жесткий диск. Вот, и время было 8 часов. Еще рано спать, но темно. Ну, думаю, посмотрю, там, что такое, что в мире творится. Ага, посмотрел. Так что, если отправитесь в такую поездку, возьмите с собой какие-нибудь фильмы там, не знаю что. Вот меня вчера один напугал, что 30 километров дорога просто ужас. ФМ радио тоже пропало. Яковское радио вчера слушал. Зеркало протер. Послушал песни на якутском языке. Вот и все развлечение. Так, связь. Мегафон пишет. Связи нет. Так. Ужин у меня вчера составил картофельное пюре. Больше ничего не хотелось. Картофельное пюре, чай. Хитрый завтрак. Кстати, очень много машин останавливается здесь. Может отдохнуть, может на ночевку останавливались. И сейчас умфоры стоят. Приезжают там. Буквально перед моим стартом 3-4 фуры уехало. Долил масло. Двигатель. Расход бензина показывает 7,3. Так, пройдено 11 километров. 11 минут двигаемся, 61 километр в час. Так, расход бензина упал до
7,2. Стоянка не шумная, буфет. Фотографии я сделал несколько штук. Они будут использованы в слайд-шоу. Шоу-фильм. Сколько машин в течение часа обгонит или будет встречных. Засекаем время. Прошло 11 минут, первое. Вот бензина вчера
совершенно не знаю, что там. Что за дорога? Знаю, что по пути будет паром через реку Алдан, по-моему, Алдан. Началось, наверное.
свою первую поездку я говорил, что для Иркутска было примерно 10% отличная дорога. Как уже так было. Какое соотношение сейчас будет? Остальная дорога была вот такая, грунтовая, щебеночная.
это, по-моему, некорректно считать. Это не 30, 15 километров, 16. Он сказал, километров 30 будет ужаснейшая дорога.
стек мы запотели немного. Салон охладил. Солнце объектив теряется картинка. Вот на данном участке растительность чахленькая такая. Предупреждение, наверное, о тех страшных 30 километрах, о которых сказал мне водитель. Вчера он впереди нас ехал.
скорости. Вот-вот. Начнется ужасная дорога. Этот участок проехали там 19-30-15 километров всего-навсего. Расход ровно 6 литров. Вот вам. С левой стороны сколько людей работало на БАМе во времена моей молодости. И стройотряды посылали, и вольнонаемные, и другие. Так, начинается. Сейчас посмотрим, что здесь. Капитальный ремонт. 10 километров, скорость 50, 10 километров, ну ладно, уже есть настрой. Так, 5,9 литров. Сейчас не пустят. Вот, и потом все забросили, потому что инфраструктуры никакой не было. Которые приехали строить и построили БАМ, большинство уехало, часть осталась. Всю жизнь они прожили
Кремля увидел.